Так, ну что, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем ретушь губ. Смотрите, какая красивая фотография. Я ее не ретушировала. Сегодня мы сделаем только ретушь макияжа губ, как я и обещала. Так, для начала я смотрю на фотографию и понимаю, в чем здесь вообще есть проблема. Вот здесь неровный контур, здесь какие-то пятнышки. Это не анатомия губ, а вот ну, просто это лишние пятнышки, их нужно убрать. То есть, допустим, вот это пятно, это понятно. Ну, так идут губы, оно здесь должно быть, но вот эти нет, например. Вот здесь тоже немножко не то. Здесь неровный цвет у помады, слиплись губы. Вот здесь тоже какой-то мусор всякий на помаде, ну, как помада свернулась кожа, вот это надо будет все убрать. Так, и вот здесь не хватает еще помады. Ну вот, чтобы не было вот такого пятна, тоже аккуратненько все сделаем. Вообще здесь достаточно прям очень классная фотография в плане того, сколько здесь ретушировать, да? То есть вот здесь слюнки мы видим, а зубки неровные, помада на зубах. Ну, зубы мы не будем тогда делать, сделаем только губы. Вот. Ну что, поехали тогда. Создаю новый слой. Беру точечную восстанавливающую кисть. И вот такой всякий мелкий мусор мы сейчас все уберем. Вообще я чистку делаю на частотке, потому что ну, там как-то более грамотно это все можно сделать. Не будет никаких следов от инструментов. Вот, но я сейчас уберу такие прям совсем прям явные такие точечки, а остальное мы сделаем на частотке. Вот это я тоже уберу, чтобы просто не отвлекало меня. Так. Ну вот. Так, основное убрала, Катя. Видите? Ну, прям, дело прям одна секунда. Все, переименовываю чистка. Далее я буду делать додж. Создаю кривые. Специально не буду делать никакие экшены. Вот, прям так показываю. Вот сюда примерно поднимаю. Это кривая осветления. Ctrl-I. Инвертирую маску. Нижнюю кривую на затемнение. Вот так. Все. Ctrl-I. Инвертирую маску. Ctrl-G. Объединяю в группу. Переименовываю Dodge and Burn. Я не буду сейчас останавливать свое внимание и объяснять, что это за техника, как и почему. Скажу кратко. Вот эта кривая, где светлая, мы будем высветлять темные пятнышки. Вот они, да? Ну, видим вот эти вот пятнышки. Вот-вот. А темной кривой мы будем затемнять светлые пятнышки, которые не к месту. Ну, то есть, например, вот этот, да? Я не буду сейчас все это подробно прям описывать, потому что это достойная техника вообще отдельного урока. Но я сразу сказала, что этот урок будет, ну, все-таки для среднего уровня, не для новичка. Все, я взяла кисть, вот, для доджа специальную. Здесь у меня стоит 2, здесь немножко прозрачность поставлю, ну, примерно вот так. И все, начинаю делать додж. Опять же, я не буду вот так сильно приближать фотографию. Я сделаю вот так, вот. И хорошо прям видно все пятнышки без вспомогательного слоя. Все, начинаю. Я сейчас нахожусь на светлой кривой, рисую белой кистью. Когда черная маска, белой кистью надо рисовать обязательно. Вот я сказала, что я не буду углубляться, но все равно говорю это. Ну ладно. В общем, вот начинаю светлять темные пятнышки. Я прям не буду так сидеть и каждое маленькое пятнышко делать. Я сделаю вот такие вот общие, знаете, вот которые сразу бросаются в глаза. Почему я сейчас делаю додж, а потом частотку? Скажу. Потому что додж очень классно работает с вот такими общими пятнами. Я их сейчас выравниваю, и цвет у губ выравнивается тоже. То есть вы видите, да, заметно очень. Если бы я сейчас взяла микс-кисть и начала делать все частоткой, была бы грязь. Это очень очевидно. Вот просто у меня был богатейший опыт в этой сфере. И додж — это вообще лучшее, что может быть. Я вот сейчас так выравниваю немножко,
На частотке мы уже просто сделаем губки очень мягкими, такими немножко заблюренными, и вот как бы это будет в тему. Там не будет никакой грязи, потому что я прямо сейчас избавляюсь от всех этих пятен. Вот. Поэтому я лучше сейчас немножко времени потрачу на додж, а потом уже перейдем на частотку. Вообще, знаете, я заметила, что вот когда проходишь обучение у нас в России, там по ретуши, по фотографии, вот они как бы все говорят, что додж это класс, а частотку как-то не особо кто-то любит. Вот, то есть, и я раньше тоже так считала, что частотка это вообще какой-то прошлый век. Но когда я начала проходить обучение у англоязычных преподавателей из Европы там, вот, я заметила, что им наоборот нравится частотка. И вот каждый преподаватель дает что-то свое, вот каждый делает по-своему эту частотку, и абсолютно с каждого обучения я ухожу с новыми какими-то знаниями. Вот, и я потом тоже полюбила частотку, я просто поняла, как нужно делать грамотно, чтобы не было какого-то блюра вот этого, и вообще не бояться частотку. И как бы сейчас я в своей работе сочетаю две техники, и мне это прям нравится. Вот. То есть мне нравится и та техника, каждая вообще по-своему хороша. Вот. Так, ну что, мы почти сделали. Сейчас немножко еще вот тут сделаю. Тут немножечко затемню. Ой, вот здесь, где губки слиплись, поработаем, конечно. Покажу, как сделаю это. Мне не жалко. Вот. Здесь немножко светлого добавлю. Здесь немножко темного. Вот. Ну что, сейчас посмотрим. Пожалуйста, уже очень клево. Очень клево. Сейчас добавлю вот сюда немножко светлого. То, что хочется сюда немножко вот так. Они будут пухлее казаться. И сейчас пойдем делать частотку. Вот. Нет. Самое главное остановиться вовремя, конечно. Иногда просто, знаете, типа, хочется как помедитировать. Иногда я специально растягиваю этот додж, просто потому что хочется немножко так делать в расслабленном темпе. Вот. Самое главное остановиться. Я уже это два раза сказала, я не могу остановиться. Ладно, все, все, Даша, заканчивай. Ладно, все. Вот теперь точно все. Додж мы сделали. Теперь переходим и делаем частотку. Ctrl-Shift-Alt-E. Объединяю все слои. Ctrl-J. Копирую. Переименовываю слой в пятна. Делаю копию. Текстура. Объединяю. Ctrl-G. Частотка. Сейчас. Выключаю слой текстуры. Опять же, я сейчас не буду вообще говорить, как это делается частотка, для чего она, зачем. Это вообще отдельный урок. Здесь не так все просто. Поэтому я сейчас просто показываю, как я это делаю. Но сам процесс я не буду говорить тогда. Потому что это, тогда урок очень сильно затянется. Я сразу сказала, что он будет для среднего уровня, не совсем для новичка, поэтому вот. Так, здесь посмотрим, какое размытие поставить. Ну, нет, все-таки пусть вот так будет, 8.2. Включаю текстуру, иду сюда, внешний канал. Здесь 2128, слой, пятна, все. То сюда ставлю линейный свет, выключаю,
И все, создаю новый слой. Беру микс-кисть. Всегда работаю на новом слое. Всегда. Если что, то можно откатить назад. Поэтому новый слой — это очень удобно. Так. Я беру микс-кисть и начинаю вот так прям аккуратненько. Тушевать цвет. Угу. Так, блик не трогайте. Вообще никогда не трогайте блик. Там можно его, конечно, потрогать, если так сильно хочется. Но, например, там штампом. Я стараюсь его не трогать, потому что если его трогать, то сразу видно, что есть какой-то фотошоп. Просто на блик сразу очень сильно видно вообще все, весь блюр и так далее. Лучше его не трогать. Так. Так, аккуратненько. Классная зона. Здесь. Так, немножко. Вот, уже становятся такие мягкие губки. Вообще, частотка для губ — это вообще лучшее, что может быть. Помада сразу так смотрится красиво. Знаете, они прям такие мягкие, прям так хочется потрогать. Да, вот так. Все, я перешла на низ. Здесь тоже вот так немножечко делаю. Вот. Вот. Нравится мне эта фотография. Так, блик осторожненько. Вокруг блика делаю. Вот здесь ненужные пятнышки. Я их сейчас вот так как раз-таки уберу. На частотке. Здесь блик немножко вытягиваю. Вот туда, наверх. Там ненужные вот эти пятнышки. Они мне не нужны. Так, здесь тоже немножечко вот так. Потом перейдем на текстуру. И еще там поработаем штампом. Аккуратненько. Так. Вот. Уже хорошо. Прям уже прям хорошо. Да. Мне нравится. Сейчас включу текстуру. Ну, красота же, ну. Ну, смотрите. Сейчас еще раз покажу. Блин, на видео, наверное, вам плохо будет видно разницу. Ну, прям здорово. Они такие мягкие стали. Ну, вот прям просто сразу. Видите, как разгладился. Вот сейчас покажу вообще, как было. Вообще, заметили вот здесь, как хорошо прям стало? Вот здесь, как мы выровняли. Они такие мягкие теперь прям. Уля-ля. Мне прям очень нравится. Так. Идем на слой текстура. Выбираю штамп. Здесь слой, чтобы я смогла работать только на нем. То есть не вот этот, не все слои, а вот именно тот, который я выбрала. Все. Штамп. Так. Да. Теперь зажимаю Alt. Беру текстуру откуда хочу. И... А, прозрачность у меня здесь стоит. Немножко вот так. Да. Немножко. Нет, не буду лучше. Так. Здесь берем немножко вот такие вот штучки всякие. Вот. Здесь мне особо нравится сейчас. Прозрачность немножко вот здесь поставлю. Зажму Alt. Возьму отсюда текстуру немножко. И вот еще поменьше прозрачность. Да, вот так. И немножко вот так пройдусь. Потому что здесь помада потрескалась, смотрится не очень клево. Вот теперь хорошо. Теперь здорово. Так, здесь.
Сейчас прозрачность поставлю, наверное, на 100. И вот здесь вот такие вот беру штучки. Вот, блин, видите, как клево это делается на частотке? Вот если бы я взяла точную восстанавливающую кисть, она бы так клево не сделала. Она бы все равно за собой что-то оставила. Ну, блин, это и понятно, потому что это сам Photoshop вроде как думает и вставляет текстуру ту, которую считает нужным. Вот, а здесь вы сами берете текстуру, делаете. Да, вот так хорошо. Вот. Ну, прямо красота же. Да, хорошо. Все здорово. Сейчас вот такую кисть возьму. Здесь прозрачность поставлена. Возьму эту. И немножко вот отсюда беру ее. Она схожа, с текстурой внизу. Может, отсюда еще взять? Посмотрю я. Ну да, хорошо. Я отсюда немножко взяла, отсюда и получилась вот такая вот своя текстура. Здорово. Что тут еще у нас? А, вот здесь я хотела еще поработать. Так. Здесь побольше. Нет, поменьше. И вот здесь еще сделаем немножечко. А то здесь тоже помада отошла, и прям видно вот эти пятнышки. Вот этот прям еще мешается. Мешается. Вот. Сейчас я еще увидела вот эту штучку. Да, вот так лучше. Это я уберу кистью. Так, ну что тут еще? Вот вроде бы. Пятнышко бросается в глаза. Здесь тоже какая-то текстуры нету вообще. Вот так сделаем. Вот. Ну что? Вот эта линия странная. Немножко я вот так сделаю. Она как бы осталась, но уже вот так. И вот это пятнышко. Тоже. Так, ну что? Давай, Даша, заканчивай. Ну, это просто все очень увлекательно, простите. Так, все. На этом я остановлюсь. Вот что сделала частотка. Ну, это же просто вообще, посмотрите. Красота. Интересно, вам также нравится ретушь, как мне? Я просто очень-очень это все люблю. Ну что, я создала новый слой. Сейчас вот это вот немножко кистью подберу. Восстанавливающий. Просто она здесь хорошо прям справится. Это ее работа. Убирать такие вот мелочи. Что-то я сначала это не заметила. Ну, ничего страшного, если вы так вернетесь просто и сделаете сверху. Все ок. Сейчас покажу, как было. Как стало. Как было. И как стало. Хорошо стало. Так, что я сделала? Я слила все слои в один. То есть все. Весь наш Dodge & Burn, частотка, чистка, все я это слила в один слой. Вы можете это не делать. Я просто сделала, чтобы они мне не мешались. То есть я в любом случае откат делать не буду. Мне понравился результат. Вот, поэтому я его оставляю. Так, что мы сейчас будем делать? Мы поработаем с вот этим местом и с вот этим местом. Наверное, начнем с этого.
Так, что я делаю? Я беру инструмент, лассо, и выделяю, да, отсюда начну, и выделяю вот это место. И сейчас просто Ctrl-C, Ctrl-V, все, он здесь, Ctrl-T, правой кнопкой свободное трансформирование. И начинаю тянуть. Немножко совсем. Чуть-чуть. Не сильно, потому что нельзя испортить анатомию губ. Так. Ну, вот так. Если что, я сейчас еще подтяну. Так, беру опять инструмент. Лассо. Перехожу сюда. И уже сверху делаю выделение. Вот. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-T. Свободное трансформирование. И немножко, немножечко оттягиваю здесь. Вот. Да, хорошо. Вообще, это все можно делать через маску, но я сделаю через стерку, обычную стерку. Нажимаю Е, английскую. И сейчас прозрачность немножко вот так. И вот так, это верхний, да. И верхний слой немножко края вот так делаю. Вот. Немножко убираю те края. Сейчас перехожу на другой слой, на нижний. И здесь немножечко края стираю. Это что такие острые края? Это чьи? А, все поняла. Так. Еще немножко прозрачность добавлю. Вот. Вот. И сверху немножко уберу. Так. Угу. Да, вот так хорошо. Так, сейчас объединю. Выделяю два слоя зажатым Ctrl. И нажимаю Ctrl-E. Все. Наши слои объединились. Да, все хорошо. Если что, я потом еще вернусь к этому месту, но пока что я его оставляю. Что мы делаем дальше? Вообще, да. Дальше мы работаем с вот этим уголком. Угу. Беру лассо. Перехожу сюда, на этот слой. И выделяю вот это место. Потому что нам нужен вот этот цвет конкретно. Так. Ну да, вот так. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-T. Свободное трансформирование. Немножко вот так оттягиваю. Сюда. Угу. Да, вот так. Вот, хорошо прям. Все. Вот здесь я нажимаю на маску. Ctrl-I. Все. Беру кисть, выбираю белый... Ой, сейчас. Здесь выбираю белый цвет, либо нажимаете английскую X. В общем. Вот так. Все, беру белую кисть, и по маске сейчас... Вот так. Так, сейчас я его отдалю. Угу. Да, вот так он должен идти. Он должен идти вот так. Вот. И вот здесь. У нас сверху губа немножечко так провисает, поэтому это нужно оставить. Я не буду вести прямо до самого конца. А немножко совсем сделаю. Так, нажимаю на маску два раза. Здесь. Смотрю и немножко делаю растушевку маски. Чуть-чуть. Все, меняю цвет кисти на черный. Прозрачность я уменьшаю. И вот сейчас немножко здесь надо будет поработать. Так. Так, сейчас белый цвет.
Это можно все сделать через инструмент перо, как хотите. Мне просто нравится вручную это делать. Потому что я так лучше чувствую анатомию и вообще. Так, ну сейчас посмотрим. Ну, по-моему, очень здорово. Что здесь не хватает, так это темноты. Так, сейчас я создам кривую, затемняю еще и немножечко пройдусь. Ctrl-I, инвертирую маску, нажимаю на кисть, английская B. И сейчас пройдусь немножечко вот здесь. Да, здесь, конечно, надо затемнить прям уголок, потому что смотрится не совсем естественно. И вообще, знаете, как я сделаю? Я сейчас на 100 прозрачность поставлю. Да, вот так. И... Угу. Так, сейчас. Все, иду в маску. Немножко тушую ее. Все, и прозрачность убираю. Немножечко. Угу. Да, вот так. Здесь еще хочется затемнить вот этот кусочек. Все, немножечко вот так сделаю сейчас. И прозрачность убавлю. Вот, все. Сейчас солью все, все слои. Ctrl-Shift-Alt-E. Так что сейчас посмотрим. Да, вот хорошо уж прям. Да, мне нравится. Хорошо вышло. Нам осталось поработать с контуром губ. Я сейчас все слои объединяю. Ну, опять же, вы можете так не делать. Просто я сейчас для удобства это сделала. Все, копирую слой. Называю пятна. Еще один текстуру. И все это частотка. Сделаем сейчас просто вторую частотку для контура. Все, иду в фильтр, размытие по гауссу. И здесь прям совсем немножечко надо будет размыть. Вообще очень чуть-чуть, очень мало. Так. Угу. Оставлю на тройке. Иду на второй слой и делаю все то же самое. Угу. Все отлично. Ставим здесь линейный свет. И сейчас создаю новый слой. И нужно обвести губы пером. Я взяла перо по кривой. То есть оно само будет делаться кругленьким. Угу. Да, хорошо так. Здесь немножечко. Вот так. Просто иду по контуру. Сейчас сделаю его немножко поровнее, поровнее. Я как бы не буду его вылизывать, потому что, во-первых, это уже 100 лет как вышло из моды. Сейчас уже так не делают. А во-вторых, мне просто не нравится идеальный контур губ. Вообще, если честно, я бы оставила его так, как он есть. Но все равно хочется немножечко прям поровнее сделать.
Вообще макияж хорошо очень сделан на фотографии. То есть вообще претензий ноль. Я сейчас поменяю перо вот на такое. Здесь получше вот так будет. Все. Соединяю. Здесь выбираю Make Selection. И два. Оставлю как размытие небольшое. И на новом слое сейчас беру штамп. Здесь выбираю. Не знаю. Наверное, вот так вот сейчас сделаю. Немножечко вот так. Прозрачность немножко побольше поставлю здесь. Размер уменьшу. Вот. И все, поехали. Так. Сейчас по контуру пройдемся, прям совсем чуть-чуть, я не буду долго сидеть тут. Угу. Вот так сделаю. Здесь немножечко вверху затрону. Вот. Так, это немножечко случайно взяла. И вот здесь. И пойдем уже делать кожу на внешний. Все. Здесь трогать не буду, потому что там все должно быть очень размыто, и лучше вообще туда не лезть. Здесь. Фотошоп устал. Все, он сдает. Так, и это немножко потом все подотру, потому что такой ровный контур в уголке губы не может быть. С любым макияжем как бы хорошо его не сделали. Так, сейчас возьму кисть, немножко только, так сделаю, все. Опять беру штамп. И здесь прохожусь. Так. Угу. Здесь прям осторожно надо быть, я лучше кисть возьму. Все. Теперь нам нужно перейти и сделать кожу, убрать помаду на коже. Что я делаю? Я просто инвертирую выделение. Ctrl-Shift-I. Все. Теперь мы работаем здесь. Я здесь лучше возьму кисть. Вот так. Угу. Все. Здесь. Что у нас? Немножко есть помада. Ну ничего страшного, это уголок губ. Вообще, я когда ретуширую всякие бьюти и хай-энды, я всегда оставляю что-то очень видимо заметное. Такая вот фишечка. Видела в уроках многих, что специально оставляют какие-то очевидные вещи, которые не убирают. И как бы это сразу придает фотографии, что такой вид, ну, как будто бы ее мало обрабатывали, и как будто бы это у модели такая потрясающая кожа, и вообще все очень здорово. Вот, на самом деле там работа была ого-го. Но вот из-за того, что оставляешь, там несколько волосинок каких-то неубранных. Или там чуть-чуть контур помады куда-то поехал и как бы это не убрал. И уже смотрится фотография намного живее, намного. Хотя вы там можете работу проделать, я не знаю, ну просто колоссальную. Но если оставить вот эту какую-то маленькую незначительную штучку, чтобы все такие думали, блин, а чё он не убрал это?
ретушировал. Что он не мог убрать эти волосики? Наверное, это модель такая клевая. Вот, поэтому я как бы вставляю иногда. Вот здесь бы я оставила, я думаю, помаду. Ну, сейчас посмотрим. Немножко просто беру. Ctrl-D. Все, выделение снялось. Включаю слой текстуры. И посмотрим, что мы сделали. Угу. Вот так он был. И вот так стал контур. Очень ровненько получилось. Даже слишком. Сейчас я снижу прозрачность. Даже еще немножко, наверное, думаю. Все равно вот так остается, и уже, блин, клево смотрится. Мне нравится. Ну, типа, так естественно, а вроде как бьюти хрень. Вот. Да, мне вот так нравится. Оставлю. Так, ну что, мы оставляем все как есть. Вот, сейчас я сделаю зубки для полноценной картины законченной, и мы посмотрим все вместе. Так, ну все, я доделала зубки. Вот такие они были, вот такие они стали. Да, работка тут была, конечно. Вот. Сейчас я все объединю. И вот что у нас вышло. Сейчас поближе покажу. Вот, классно поработали здесь вот. В этих местах вообще здорово. И вся анатомия, естественность, все это сохранилось. Мне нравится, здорово. Все. Спасибо, что посмотрели.